Я думаю, что практика печальная, как большой брат вынужден терпеть все, что происходит, и это серьезнейшая проблема. И она самая, так сказать, трагедия в том, что вот если мы говорим о той узбечке, которая рожала на двери, на крыльце, то тут два момента. Во-первых, медицина не имеет права не оказывать, так сказать, свою помощь. Это безобразие. Нормальная мать не имеет права бросить своего ребенка. Это вторая. Если бы этот ребенок был бы, и просто мы, наша медицина помогла бы ей родить, и она бы с этим ребенком гордо ушла куда угодно, но это опять же личное дело. Я, так сказать, считаю, что проблемы с этими мигрантами огромное количество. И это одна маленькая, даже не часть айсберга, просто огрызочек, потому что проблем очень много. Мы никак не можем узаконить их появление, мы не можем упорядочить их. Их такое стало количество, что это уже угрожающе. Я живу недалеко от улицы Дурова, и вы понимаете, я вижу и эту часть приезжих, и мне страшно по пятницам смотреть, а по праздникам просто я стараюсь не быть в доме. Понимаете, это ужасно, это страшно. Это, так сказать, страшная толпа, которая в одну секунду...